Книга «Открытым оком». Тема «Священство», том 7, вопрос 1887. Часто священники рассказывают разные побосенки и выдают их за святые истории. Откуда они их берут? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Жизнь подставляет эти примеры, и в житиях хватает этих предсказулек. Иеремия 23:28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. Житие святого Пафнутия Боровского, память 1 мая. Одна милостыня может спасти человека, если живет он законно, говорил преподобный. Один милостивый человек скончался, а другому было откровение о его загробной судьбе. Приведен был умерший к реке Огненной, а на другой стороне реки Рай. Чудное место, светлое и злачное, прекрасный сад. Но не может никак перейти душа человека через страшную реку. И вот приходит множество нищих, получивших его милостыню. Они ложатся мостом через реку, и милостивый человек переходит по мосту в рай.